Человеку нужен человек. О чем сказка Александра Сергеевича Пушкина о рыбаке и рыбке? Все скажут, сказка это о жадной старухе, которая осталась у разбитого корыта. Мои хорошие, глупость очередная. Это Пушкин будет тратить время на то, чтобы осуждать очередную жадную старуху. Это сказка о любви, о безусловной любви старика. Легко любить красивую, щедрую, умную женщину. Вы попробуйте любить старую, грязную, жадную старуху. Кстати, ты знаешь номер Аси наизусть? Знаю. Когда любишь, знаешь. Конечно. Наука – чепуха. В этой ситуации все одинаково беспомощны. Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Мы не знаем, что делать с иными мирами. Нам не нужно других миров, нам нужно зеркало. Мы бьемся над контактом и никогда не найдем его. Мы в глупом положении человека, рвущегося к цели, которая ему не нужна. А у вас есть ответ на вопрос, в чем смысл жизни? В любви. В любви. Все в любви. Только. Стыд. Вот чувство, которое спасет человечество. Перед вами сидит человек, которому никогда не говорили «я тебя люблю». Никогда. Одно дело, сестра скажет, я тебя люблю, но она сестра. Мы же понимаем, о чем мы говорим. Влюбленность природная, сексуальная, я тебя люблю, я не слышал. Любовь – это то чувство, которое можно переживать, но объяснить нельзя. Объяснить можно понятие, а любишь то, что можно потерять – себя, женщину, родину. До сего момента человечество, Земля, были попросту недоступны для любви. Ты понимаешь, о чем я знал? Нас ведь так мало. Всего несколько миллиардов горстков. А может, мы вообще здесь для того, чтобы впервые ощутить людей как повод для любви? Говорил ли я, что я люблю? Он говорит, я говорил. Но говорили ли мне так, как это действительно говорят? Говорит, наверное, не было такого. Но в целом у меня тоже такого не было. Я люблю ее. Кого? Свое воспоминание? Нет. Ее. Ее. Мы раз. И фразу эту произносим по-разному. У каждого свои чувства, своя. Эмоции. Но суть всегда одна. Человеку нужен человек. 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 Когда человек счастлив,
смысл жизни и прочие вечные темы его редко интересуют. Ими следует задаваться в конце жизни. А когда наступит этот конец, мы не знаем. Вот и торопимся. А ты не торопись. Самые счастливые люди – те, кто никогда не задавался этим проклятыми вопросами. Вопрос – это всегда желание познать, а для сохранения простых человеческих истин нужны тайны. Тайна счастья, смерти, любви. А думать об этом – все равно, что знать день своей смерти. Незнание этого дня практически делает нас бессмертными.